Саратовским областным судом оглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в убийстве трех лиц, угрозе убийством и краже имущества с незаконным проникновением в жилище. 18 мая 2022 года Стенин зашел в один из домов, расположенных на хуторе Лопатина Ершовского района, где из охотничьего ружья убил трех мужчин. Произошедшее видела женщина, проживающая на этом хуторе. Угрожая убийством, Стенин заставил ее совершить хищение имущества из соседнего дома. Злоумышленник произвел выстрел в запертую на навесной замок входную дверь, после чего проник в жилище и похитил 5-литровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Суд признал Стенина виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.